Вы знаете, я как бы с удивлением и с радостью вижу, как современное управление этим университетом подталкивает университет к достаточно хорошему уровню мировому. То есть есть горящие люди, которые хотят работать, хотят получать результаты, обучать студентов. И, в общем, я пожелаю, чтобы те же мысли, которые есть сейчас у руководства университета, они воплотились в жизнь.